Макар Хабаров, у нас на позиции. А что это вы так с тренером улыбались довольно, когда сейчас остановились на интервью? Да ничего, просто улыбнулись. Хорошие эмоции. Конечно. Сегодня пришлось попотеть в меньшинстве, играя против «Спартака». Вот здесь вот какие корректировки ввели, по сравнению даже с предыдущей игрой, где вот в этом компоненте не получалось? Посмотрели, какие ошибки допускали, и сейчас исправляем их. По движению чувствуете, что быстрее, может быть, на полшага, но быстрее соперника? Это тоже влияет, наверное, в ходе... Да-да-да. Не знаю, сейчас провели почти весь период в зоне. Хорошо то, что удалась хорошая контратака и забили гол. Как раз-таки вот чего стоила эта игра в собственной зоне, где вот прям давление было от «Спартака», и какие, наверное, подключали чувства, эмоции, действия, рабочие действия? Ну, сейчас «Спартаку» нечего уже терять, им нужно отыгрываться, и они всеми силами на наши ворота идут, так что где-то они обрезаются, и у нас есть шанс выйти в контратаку. Хорошо, рецепт такой на третий период, имея вот то преимущество, которое пока есть у «Магнитки». Хорошо сыграть в обороне и реализовать свои моменты. Спасибо, удачи.